Сегодня на этой сцене будет еще много добрых друзей Эдуарда, коллег, с которыми он сотрудничает и в Пензоконцерте, и до этого в Пензенской областной филармонии, и даже в Пензенском музыкальном училище и так далее. Могу перечислять. Все его знают, все его любят. Следующий музыкант, который выйдет на эту сцену, они равнозначны по силе, по масштабу их музыкальной личности. Но диаметрально противоположно. Один играет народную музыку, один играет джаз, но один пишет аранжировки для народного оркестра, другой пишет аранжировки для джазового ансамбля. А вместе они, эти замечательные музыканты, вершат культуру Пензенской области. И я с огромным удовольствием приглашаю на эту сцену художественного руководителя эстрадно-джазового ансамбля «Экспресс-бэнд» Юрия Белоногова, музыканта трубача, который сегодня исполнит не джазовую вещь, которая трогает сердце, которую может исполнить только Юрий. Но сегодня сюрприз он ее исполняет с оркестром Пензы, Эдуард Артемьев. Мелодия из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Юрий Белоногов.
Сонин, дирижер оркестр Пенза. Ведущий коллектив нашего города и области пригласил меня играть вместе с ними. Я очень сильно волновался, потому что народники и духовики — это как бы два разных лагеря, громкие и тихие инструменты. Это для меня огромный опыт. Я хочу еще раз поблагодарить весь оркестр и поздравить Эдуарда с юбилеем. Спасибо огромное. Спасибо, Дмитрий.